Я вообще не представляю уже свою жизнь без этого ремесла, на самом деле. Правда. Можно сказать, для меня мое ремесло – это моя жизнь. Аза Таутиева – настоящий игрушечный творец. В ее руках рождаются уникальные куклы со своей историей, настроением, которые четко прослеживаются на лицах то в виде глубоких морщин, то причудливых улыбок. Это Шардон, нардский эпос. Лицо у него довольно-таки забавное. Он вообще был затейником, как нам известно. Но тот Шардон – воровщик корову Рузмага, поэтому лицо у него такое пробирающийся сквозь темень. Глядя на эти куклы, сложно представить, что Аза научилась всему самостоятельно. В одночасье из домохозяйки со стажем она превратилась в востребованного ремесленника. Изучив множество мастер-классов в интернете, Аза Таутиева вот уже 5-й год оттачивает свое мастерство. У меня нет художественного образования, но это не помешало. Я в душе всегда была художником. Проявила свои амбиции на своих куклах. Любимые куклы Азы – это старики и старушки. Поэтому в коллекции осетинской мастерицы трудно не заметить многообразие этих образов. Я выросла в селе, и поэтому для меня осетинский быт, вот изначально хотелось поднять осетинский быт, послевоенный быт. Этот быт, я не знаю, умиляет. У меня была бабушка, которую я очень любила. Одна из моих кукол была прототипом моей бабушки, а там пошло как по накатанной. При создании куклы используется очень пластичный материал – полимерная глина. Благодаря ее мягкости мастерице намного легче придать очередной кукле ту или иную форму, прорисовать глубокие морщины и выражать яркие эмоции. В сырую глину вживляются отдельные реснички, борода, волосы. Затем все это запекается в обычной печке. Так, наглядное пособие наше. Вот тут будут начинаться наши пальчики. Вот тут заканчивается ладонь. Отметили. И пробуем размять вот с этой стороны, сгладить. Куклы Азы Таутиевой богаты не только на эмоции. Образы дополняют костюмы, которые раскраивать и шить порой даже сложнее, чем на взрослого человека. Миниатюрные сапожки, носочки, платья и рубашки вызывают отдельное умиление. На одну полноценную куклу мастер тратит от 2 недель до полугода. Куклы в процессе могут как сгибаться, садиться, так и вставать. Постепенно вместе с мастерством Азы Таутиевой растут и куклы. Высота этого осетинского сказителя Гаха Сланова достигает 1,5 метра. Сейчас мастерица трудится над образом еще одной ростовой куклы – сарматского воина. Сейчас мы работаем над воином-сарматом. Не пугайтесь его, это будет очень красавец-мужчина, воин. Вот с такой рукой израненной. Почти за 5 лет работы Аза Таутиева создала десятки различных кукольных образов. Ее куклы красуются на выставках в Америке, Германии, Франции и других странах. Много кукол на постоянное место жительства уехали в Турцию. Сейчас в планах Азы Таутиевой посадить в ряд всех осетинских сказителей. На подходе Дриш Таутиев, который играл на Кишин Фандыре.